Да, Соля. Так, всем привет! Сегодня мы на рыбалке в парке, но у нас сегодня особенная рыбалка. Я пригласил сюда еще одного блогера, который, ну, аргентинский блогер, называется que Los Pesca Se Come, то есть Серхио. Ну, вон они сзади. Да, и еще один тоже, который блогер, из Кордо, из провинции, приехал сюда и попросился тоже, чтобы мы его взяли на рыбалку. Вот мы тут начали рыбачить, пока что прошел час, я уже снял вторую удочку, сейчас я пойду покажу. Одну удочку снял, почему? Потому что не хватает мне времени за двумя, и мы вечно запутаемся. Ну вот наша рыбалка за час. Это вот Эсе Скордовый и Серхио отсюда. А. И си, se puede, porque ya, viste, que ya está por acá, Кордумен. И вот наша рыбалка. Вот смотрите, за час. И уже только что два ушло, потому что запутали между собой и удочки. И там еще где-то есть, то есть тут это не все. Там и штук 6 есть, и уже штук 4 ушло. И потому я оставил одну удочку, потому что каждые 5 минут поклевка, вот уже начинает. Уже начинает. И еще поприходили зрители рыбачить, и еще в обед после работы обещали еще зрители прийти. Потому что, ну, мы как бы тут встреча блогеров, рыбаков, и есть у нас подписчики, которые прибегают сюда порыбачить тоже, к нам пофотографироваться, все. Одним словом, у нас такая тут чуть-чуть рыбалка, чуть-чуть встреча с подписчиками, скажем так. И три канала. Ой, господи, эти колокольчики уже как звенят, я уже это шугаюсь от них. Потому что я же говорю, только что мы уже сняли. Света чайком попивает, и сегодня она у нас режиссер и оператор. Да? Она нас режиссирует и оперирует. В смысле, снимает. И съемщик наш. Так что все. Попробуем пользоваться одним каким-то этим удочкой. Потому что что-то у нас по две не успеваем тягать. Поставлю эту привязку. Я хотела вам показать, смотрите, какие деревья. Сейбо цветет уже. Сегодня не жарко. Прохладно. Так, смотрите. Какая красота. Национальное дерево Аргентины. Сейбо. Понюхайте. Вот это вся дорожка из этих деревьев. Там внутри тоже есть еще. Сегодня у нас довольно нормальный клев получается. То есть сегодня мы испробуем разные варианты. И приехал человек с мордой платы, он сделал такой же, скажем, массу, себо, как и называется. А, тесто. Ну, в общем, тесто по моему рецепту, который я позавчера запубликовал на испанском канале, он сделал, уже поймал 2 или 3 саболя за 2 часа, скажем так. Другие начали пробовать, и Серхио, и Эссе начали пробовать. С ПВА мешочки, которые у меня есть, в Валентине их никто никогда не видел. Соответственно, я как бы тут первый показал все, теперь ищу, где их купить. В Валентине пока не купишь. Ну, по интернету, по Алиэкспрессу я купляю. Ну, и они, если захотят, то смогут купить, но тут проблема с долларами. Ну, в общем, это уже 10. Но факт в том, что ловится хорошо, клюет нормально, мы тут их таскаем. Складываем их, Серхио, если хочет, заберет, если хочет, пораздает. Так как больше эту скорду их не попрет, я их тоже не буду брать, эту смордой плату тоже не возьмет их, кому они надо. А Серхио, во-первых, ну как бы на этот возьмет, на наживку, потому что саболь это стоит в нижней цепочке, скажем так, для хищных рыб, в цепи алиментарио, то есть в цепи пищи. То есть на него охотятся крупные рыбы, типа дорадо там и все такое.
на сабалю, на это и ловим дорадо. Так что некоторые берут и продают потом даже на наживку. Филе, мясо, сабаля хорошо идет на наживку. Вот. Ну а некоторые, так как он, у него канал называется Сепеска Секоми, то есть что ловлю, то и этот самый, то и кушаю, соответственно, он делает потом рецепт еще. Так что по-любому он возьмет несколько, сделать каких-то рецептов из сабли. Уже десятые вкусные, они не вкусные, кто-то будет за ним повторять или нет, но канал он назвал так, и он как бы ловит рыбу, увозит, делает рецепты. Так что вот такая наша сегодня рыбалка. Пока что клюет нормально, я же говорю, я ловил на две удочки, одну удочку снял из теста, потому что не успеваем на две, и закинул тоже на дораду, на хищника одну удочку, я оставил на тесто только одну с колокольчиком, чтобы если что-то клюнет, можно было, ну как бы, вытянуть, плюс когда много удочек, все путается. Одним словом, рыбалка как рыбалка. Saludos acá. Hola. Ah, ponete, ponete, a ver, que nos saque. Es video, video. Ahora te saco. Ahí todos los que vinimos a pescar, ¿no? Todos. Todos. Esta es la clase pescadora. Saludos para toda la gente que mira a Leo. Vamos. Sí. Saludos para los de Nueva York, que también mira. ¡Esa! $300. Ahora empieza lo más interesante. $300. Ahí ya vende, Sergio, ya vende pescado. Acá empieza. ¿Cómo? ¿Vas a ver lo dicho? ¿Cómo? 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 ¿Cómo?